К делу подключились ученые. Они предположили, что венесуэльский мотылек-пудель относится к семейству коконопрядов. Другие ученые посчитали, что мотылек-пудель может быть как-то связан с бабочкой-медведицей. Установить это так и не удалось. Видовую принадлежность существа не выяснили и не выявили. Впоследствии мотылька-пуделя пытались найти снова, но попытки были провальными. Создается полное впечатление, что это то самое животное, которое рождается лишь раз в истории. Также кажется, что мотылек-пудель — это вообще нечто инопланетное, что прилетело к нам на Землю лишь на некоторое время.